Прием, леди и джентльмены, на связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня мы вместе с Леской и Нубиком на просторах Майнкрафта нашли самую настоящую деревню Хаги-Ваги, в которой живет семья. Хаги, кстати, скажу тебе заранее, чтобы туда попасть, нам пришлось раздобыть настоящую секретную карточку, потому что без нее туда, к сожалению, не пускают. Но скажу тебе заранее, оно того стоило. Смотри этот ролик до самого конца, потому что там много прикольных классных вещей. Но если ты тоже хочешь проникнуть в эту деревушку, получить эту карточку, то просто спускайся вниз под этот видеоролик и ставь большой палец вверх, и тогда ты гарантированно вместе с нами попадешь прямо туда. Ну а те, друзья, кто из вас находится здесь впервые и еще не подписан на канал, жмите на красную кнопку подписаться, чтобы в будущем ничего не пропускать, и делайте то же самое на канале Лески и Нубика. Устраивайся поудобнее, заваривай чаё, готовь вкусняхи. Приятного тебе просмотра! Вот она! Вот она, та самая деревня. Все, мы вернулись на этот раз с карточками. Конечно. Так что так, пропуска все взяли, нас да, не пустят без этих пропусков. Все, вот, пропуск в деревню Хаги-Ваги. Все, пойдемте. Вообще, да, классно. Она красивая. Так, давайте посмотрим, что нам этот Хаги-Ваги скажет. Так, приветствую вас, Шадимен, Леска и Нуби Кубик, а также подписчики. Мы рады видеть вас в нашей семье Хаги-Ваги. Сегодня вы можете делать в нашей деревне все, что угодно. Напомню, что у нас есть много крутых мест. Шахты Хаги-Ваги, гонки, паркур по батутам, а также экстремальный прыжок в воду с высоты 256 блоков. Кстати, чуть не забыл. Руда Хаги, которую вы... Да будете в шахте, вы сможете обменять на крутые предметы у Кисси. Хорошего дня. Так, а, это вот здесь, что ли? Стой, погодите-ка, так. Да, смотрите, тут ламба, короче, Бугатти, Скайлайн продается. Я вот это хочу, зелёный. Вертолеты. Круто, так, короче, слушайте, единственное, что нам нечем добывать руду, за которую мы сможем купить все эти предметы, но я думаю, то, что если мы все эти 4 испытания пройдем, я думаю, тогда мы получим кирку и сможем все это купить. Так, все, вот наш пропуск, мы проходим, все, заходите, пойдемте. Что ты купишь? Давай, что? Маску, маску, конечно, что ты еще можешь купить-то первым делом? Так, смотрите. Картины всякие, граффити тут на стенах нарисованы. Прикольно. И домики реально как кубики, прям такие цветные, прям игрушечные. Кубики, да, они цветные. Практически как обычная деревня, только она прям вся в этих портретах. Прикольно очень. О, смотрите, это же прыжок 256 блоков, походу. А вы представляете, как долго туда залезать надо? А там можно промазать? Я не знаю. Это, так, слушайте, тогда какое? Шаг. Давайте первое испытание пройдем прыжки в воду, давай. Посмотрим. Так, самого давайте маленького. С маленького начнем. Да-да-да. И потом, да, будем увеличивать, короче. Давайте, погнали. Все, давай, Нубик, залезай, ты первый, короче, полетишь. Я тебя там столкну прямо на высоте, давай. Полетишь вниз, короче. Слушай, ну это давай, еще раз, ничего, два, башенка. Три, пошел! О, пошел! Все, я тоже вниз иду. Да тут изи. Тут зеленая, она вообще легкая, на самом деле. Слушай, желтая уже так существенно, конечно. Давай, так, залезайте, короче. Леска пока толкаться. Еще доползет там. Леска, да, на красный не толкайтесь. За Леску давай. Не переживайте. На красный, потому что если столкнете, слушайте, мы упадем вниз, вообще... там мы не выживем. Хотя, знаете, мы с этой желтой тоже не выживем, если мы на землю упадем, так что лучше вообще не толкаться. Давай. Давай, раз, два, три. Все, полетели. Все нормально. Опа. Безопасно. Зачем? Так, ну-ка. Сейчас посмотрю. Нубик. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Нет, давай быстрее. Так, о, Леска полетела. Я не буду толкать. Леска, кирпич какой-то полетел. Так, Нубик, ты где? А, ты уже здесь. Все, пойдемте. Так, что у нас? А, смотрите, тут можно кнопку нажать и можно переместиться наверх, получается. Иначе пришлось бы полдня лезть туда, реально. Да, а смотрите, как будто бы в, это, в, как его, на солнце прям эта лестница уходит, вот этот столбик. Она выше облаков. Прям ровно на солнце. Давай. Нее. Так, давайте сначала все залезем, потом уже будем прыгать, окей? Так, Леска, ты где? Я пошел второй тогда. Так, Нубик, стой, тихо, не толкаемся ни в коем случае, тут очень высоко. Ребята, аккуратно, смертельно. Аккуратно. Смотрите, тут ничего боюсь. Не видно даже снизу. Подожди, а куда прыгать-то надо? Еле-еле-еле. Вот сюда, да? Туда, вон куда смотрит, а там даже не видно, надо. Даже нельзя себя... Чё? Давай, Леска, иди ты первый теперь. Короче, если что, в общем, всем пока. Давай, все, пока, Леска полетела. Это так. Реально о, ну-ка, Нубик, погоди, стой. Кто, что ты, привет, ты Нубик, всё, я знаю, что я ты Нубик, все, пока. А, Нубик, все, я второй полетел, давай, вылетай. Леска, ты попал или нет? Да. Так, есть. Все, Нубик, поспокойнее только, пожалуйста, прям, и потише, самое главное, ладно? Там ехали. Нубик, ты слышишь, нет? Потише, будь немного, то ничего не слышно. Ну, молодец, упал бы, сломал бы себе там чего-нибудь, наверное. Так, короче, ну что, у нас трамплины пройдены. Кстати, кирок нигде не кирок было. Кирок пока не было, так. Да, загадка, слушай. А, что там за цветные шарики такие? Пойдемте посмотрим. Так. Так.
Это шахта? Да, это шахта, смотрите. Руда прикольная. Вау, руда Хаги-Ваги. Руду подобывать. А мы не можем сами. Так, нам срочно нужна кирка, потому что именно если мы ее добудем, мы сможем покупать что-то. Слушайте, я очень хочу. Вернее, не что-то, а вообще-то можно будет ого-го что купить. Нет, лоффейс можно купить. Это точно, это точно. Так, погнали дальше, короче. Хотя, может быть, мы можем скрафтить эти кирки, я нет? Говорю, но может... мне кажется... Давайте, знаете, что мы поищем, мы с ней найдем, то очень много скрафтим. Времени уйдет. Ну, да, давайте. Так, смотрите. Хоть что-то-то надо купить. Куда пойдем? Батуты гонки. Или гонки сначала? Гонки. Давай гонки. Так, ну ладно, пошлите гонки. Так, креатив выживания. А, в гонки надо в креативе, видимо. Я. Так, давайте. Так, давайте. Потом мы его выключим, чтобы все честно все, было. Давайте. То, на самом деле, это как-то читерская штука. Так, что у нас здесь? О, я вот эту багги возьму, короче. Ну-ка. А так, есть что-нибудь прикольное на каком-нибудь там так. Этом? О, ядре. Вот это багги, Нубик, это, по-моему, твое любимое, смотри, это что? Что за это? Я какой-то тоже... велосипед трехколесный, а вообще капец. Новое так, давай, бери что-то новое. Ой, а что так, медленно-то, алло? Слушайте, это что-то всего, совсем знаете, для... Мне нравится кресло, помните? Это какой-то нубовской транспорт, знаете, вот этот вот багги непонятное трехколесное. Почему она вообще багги называется, если Хаги-ваги, в ней багги вообще ничего. Нубик, ты что на моем? Багги-ваги. Нубик! Так, нет, я меняю. Я меняю, что-нибудь побыстрее сейчас возьму. Так, аккуратней. Слушай, Нубер, прикинь, ой, он, Нубер, он, говорил, Нубик байкер стал. Так, так, это убираем. Уйди, так, что тут еще есть? А почему ничего не ставится? Мини-байк. Что? Убирай теперь. Мне ну ты посередине поставь багги. На дорогу зеленую, поставьте все, Нубик, в чем проблема-то? Пожалуйста. Нубик, ну ты сам не можешь. Кстати, а транспорт убирайте поехал? Свой. Убирай, убирайте Нубик, свой убирай. Транспорт, нет, ладно? У меня не да. Ставится. Ставится? Я же тебе только а что сказал, едется, как, ты просто не слушаешь. А ты, Леск, сидишь на заднем сиденье вообще-то. Вот, так что пересаживайся вперед. Все надо разъяснять, ничего не знают, ничего не понимают. Вот, карт! Картинг, это моя любимая. Так, поехали. Леска так поехала. Быстро, а куда ехать, направо так, или опа. Прямо? А как угодно, тут две стороны, тут трамплины, о, туда и туда работают. О, ничего себе, ты подлетел. Так, я очень сильно лет... Тут, слушайте, можно с одного прыжка на другой конец перелететь. Слушайте, если бы сейчас... я жила в этой деревне, я бы каждый день тут каталась просто. Так, я бы тоже а катался тут каждый день. С красной так, горки опа. Прыгал. Слушай, лечу, мне реально лечу, нравится. Лечу. Можно этот так, мини-байк полетели. С собой забрать? Опасно. Я хочу на нем домой поехать. Это был опасный прыжок. Все, смотрите, как можно. Короче, как? Бац, и можно я на ту сторону трассы перелетать бесконечно. А я что-то вылетела? Ой, нет. Так, стой, а тут вот же проезд, Леска, что не видишь, что ли, совсем? Я куда-то вылетела. Приезжаешь вот так, и все. Так, опа. Ой, Леска уже уехала. Все. Ой. Короче, погнали, я думаю, дальше смотреть этот паркурить по батутам. Ой. Мне Леска это очень интересно. Поехали, хочется поехали. Попробовать это. Так, транспорт только убирайте за собой, ага. Еще раз повторяю. Нубик никогда ничего не слышит я и не слушает. Я все убираю. Я как не обычно, ничего, обычная никогда. История. Вы переключились так, там? Так, картинг. Выживание. Так, карт. Так, нет, нет еще, я кладу назад. Так, все, Леска, пошлем. Так, пошли. Так, выживание, все, ура, погнали. Побежали. Давайте. Так, погнали. Ну что? Если там сверху не окажется чего-то там, с чем можно добывать руду, то это будет уже не знаю слушайте, что. А вы уверены, что мы, у нас вообще хватит времени? Вот тут сколько прыгать надо? Времени? А почему мне нет? Мне кажется, времени... Мне кажется, времени точно хватит. То что слушай. Ты, Кубик, куда ты толкаешься вообще? Так, лети ты давай, короче, подальше. Чего? А что ты толкаешься? Ты взял, короче, этот, сталкиваешь меня постоянно. О, Леска, ты вообще... Я даже не знаю, как вообще ты там... О, Леска, ну давай взлетай давай, уже быстрее. Что ты встала? Ладно, давай, давай я. Быстрее. Так, раз, два, три. Нубик, там свободно вообще-то. Можешь перепрыгивать дальше. Нубик, так, давай, опа, пропускай. Полетели. Так, батуты. Нахина. А там очень высоко, да? Давай, какие-то желтые так, голова ну-ка. Скачет передо ой, мной. Слушайте, там выше облаков эти батуты уходят. Это очень сложно ой, будет. Ой, вообще не могу, смешно. Так, главное так. Не торопитесь, хорошо? Да. Наберите нормальную высоту и потом уже перепрыгивайте, потому что 200 раз это перепроходить... Так, а, вот продолжение, я что-то его даже не увидел. Слушайте, я реально так боюсь промахнуться. Так. Оп, есть, попал, так, я здесь попал. Так, Нубик, тихо, подожди. Тут иногда случается так, что ты не понимаешь, где следующий батут. Сейчас, погоди. Так, опа, есть, припрыгнул так, дальше. Кстати, знаешь, так, следующий... Прыжок уже направо у нас. Так, все, друг за другом идем. Вот теперь больше не толкаемся, наверное, лучше. Чтобы наши шансы на победу повышать, нам нужно как можно меньше друг другу мешать. Конечно, вот. Конечно. Так, выше. Опа. Еще ой-ой-ой, выше. Ребята, так, отлично. Я с такой высоты. Леска, не срывайся, аккуратней. Я не хотела так, падать. Опа, я сюда. Срывалась. Так, Нубик, мы где с тобой? На половине пути уже, да, получается? Так, слушай, есть а еще он, выше. Видите, небо уходит, а может быть там еще столько же? Нет, Нубик, только не говори то, что упал. Ну серьезно, что ли? Ну ладно, все, я тогда не знаю, что сказать тебе даже. Так, стойте, что? Что? А вот батут. Тут батут прям в облаке находится, а как ты на него? Его это... не видно.
Ой! Все, я выше облаков подпрыгиваю. Слушайте, как это выглядит классно. Прыгай. Слушайте, это такой кайф, это вообще. Что там много у тебя еще? Сколько у тебя батутов? Еще немного, очень мало осталось. Я просто нахожусь прямо на облаках, и такое чувство, как будто бы я прямо по облакам, а не по батутам сейчас прыгаю. Ну ты только не рассчитывай облака, как дырявые. Там, кстати, там плита какая-то золотая и алмазная. Мне кажется, возможно, там что-то на ней стоит сверху. Всё, вот, возможно, отлично. То, о чем мы с вами сейчас думаем. Нубик, давай быстрее туда. Кстати, о чем вы сейчас думаете? Что-то может быть. Добывать будем. Нубик, ну не сталки. Все, смотрите. Есть, я прошел. Так. С ним невозможно. Кирка алмазная, зачарованная на фортуну 3, представляете? Не зря, слушай, мучаюсь. Так, смотрите, я сейчас буду спрыгивать по батутам. Я не хочу в воду падать, я просто по батутам буду. Ну. Потому что ты с большой высоты прыгаешь, и у тебя сразу, короче, прыжок очень высокий. Смотри, вон там, как лепешка он прыгает. Смотрите, как классно. Ты лепешка, давай. Это просто кайф какой-то, смотрите. Ты не Нубик. Промахнись там, хотя у тебя вода. Если я даже промахнусь, там вода, вот именно, давай. Да. Так что я могу вот так вот спрыгивать и все. Слушай, а что мы ловите сейчас... кирки! Опа, спасибо. Скинул, короче, вам, ловите. Так, побежали добывать. Все, погнали, получается. Пошлите добывать. Нам только добыть надо реально побольше, чтобы закупить Давайте, все предметы, которые там только уехал. Есть. Так, погодите, или а мы еще должны проверить, у нас же, помните, у нас на фортуну зачаровано. То есть у нас сейчас везение, и у нас будет выпадать увеличенное количество хаги-ваги. А-а-а. Так, у кого сколько выпадает? Сейчас я посмотрю. Так, у меня... Погоди, один? Что? Нубик. Стой, погодите. У меня... А, нет, не один, погодите, я сломал. У меня сейчас 7 уже появилось. Так, а чего? Так, а что, тут нет больше ничего? Так, я пойду куда-нибудь подальше еще покопаю. Надо? Нубик, ты... А вот здесь, Нубик. Смотрите, тут немного дальше есть продолжение. Боже мой. Вот, дальше, дальше. Нубик, ты слушай, что Леска-то говорит, что ты не отвечаешь даже. Он передо мной, потому даже. Что выскакивает, начинает туда долбить. Он, я... Уйди. Куда ты торопишься вообще, я не очень понимаю. Ужас. Ха, капец, торопишься, Нубик. Как не знаю куда. Нубик, ты сам где-то. Мы не я где-то нахожусь, да, все верно, я где-то, сам где-то я. Так, я уже понял, много добываю. А где ты нашел? Да. Леска, ну чуть дальше пройдите после этой шахты и все. А, Нубик, у меня уже целый стак практически этих хаги-ваги, я себе на ламбу уже, кстати, накопил. Я тоже хочу накопить. А я уже накопил Нубик, на Троллфейс. Нубик, дальше выйди Троллфейс? И спустись. Нубик, вот зачем лезть со мной в одно место рождения, так. Если можно пройти немного дальше и найти еще больше? Нубик, вот куда ты ко мне лезешь-то постоянно? Вот смотри, хоп, я здесь добыл, а вот это уже мое, я себе это все забираю. Так, здесь это мое. Здесь очень много Нубик, так. Если что, можешь приходить. Да? А, ну все, Нубик, все, ладно, добывай, сюда. Я пойду дальше. Там, где действительно много хаги-ваги, Леска, где они тут? О, вот это я понимаю. Да? Нубик там пускай свое место добывает. Жила, Нубик, ты зря, отжал зря у меня там пошел. Все. Так, о, слушайте, тут очень их много. Очень-очень много на самом я деле. Давайте, давайте, добывайте. Нубик, ты можешь, а я иду к тебе. Нубик, а у меня уже очень много этих хаги-ваги, так что ты меня не догонишь. Да. Все, не догонишь никак. Догоню. Так, я... Нет, вот так я ты еще ломаешь. Знаете как, я разряжаюсь так, с вами, чтобы мы не сталкивались. Куда разряжаешь, кого? Ну я прохожу мимо, оставляю вам и иду чуть дальше. Батарейку что ли разряжаешь там какую-то? Так, ладно, пошлите. Так, что там впереди у нас находится? О, спасибо! Ух ты, ничего себе! Ой. Леща ответил Нубик, а? Так, о, а там слева валялась хаги-ваги. Руда. Ну, так, ладно, я пошел назад. Бесплатно. Что там, пропустил кто-то? Да, было немножечко. Так, 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 что у нас здесь? Так, ух ты, тут пониже еще есть. Так, только одна, походу. Нубик! Так, одна, ты одна. Почему о, там, нет, где я ой. Нахожусь все время? Место рождения целое нашел. Тут очень скорее. Много у меня. Я еще ниже. Так, стойте, вы выход запомните только что, где находится, потому что ты мы сами отсюда потом не выберемся никак. Да? Точно? Да, вроде. Ну, это плохо, ну, это плохо. Я по интуиции, может, выйду, но не точно. Так, ладно, я вроде это бы помню точно. То, что нам надо два раза наверх подняться, вот, как-то так. Так, все, добыли хаги-ваги, еще больше. Так, ну что, кто-то еще нашел? Я нашла, я тут вовсю работаю. Так, ой, я еще вижу, это, но знаешь, я туда в каньон не полезу. Нашел гриб и молчи, короче. Так, все, я все, короче, это... Я думаю... Так, у кого сколько? У меня стак и 13. Так, у тебя, Нубик... Шеди, ну у тебя там, не знаю, миллион стаков уже, наверное. У тебя 57? И все, ну, что ли? У тебя что, не на удачу, что ли, кирка зачарованная? Так сколько у тебя? Вот тут грибочки. Стак. Стак? У меня 3 стака и 3. Давайте тогда подниматься. Я думаю, то, что такого количества хватит. А сколько ламба Пойдемте. Стоило? Помните? Я 64. Там все по 64 я стоило просто... по стаку. А что я могу купить еще на 13? Так, я если что скину. Мы скинемся и все. Так, я на улицу уже, если я что. Я выхожу.
Я на улице вас жду. Хорошо, давайте, давай, пойдемте. Так, вылезайте. Я вылезаю. Давайте побыстрее только. Что-то. А ты, ты вылезла, да? Я что-то где-то вылезла, но понятно, где. Не вылезла. Я вылезаю. Ой, вода затопила. Короче, бегите в деревню. Бегите куда-нибудь в все деревню. Хорошо. Сейчас мы с вами потеряемся, Нобик, очень надолго, на самом Нобик, деле. Это не туда мы идем. Подожди. Вот сюда надо, вот. Так, да, понятно. Мы выходим, все. Нет, Шади, мы выходим, подожди нас, пожалуйста. Вместе только идите, главное, Нобик, чтобы вы вместе вышли. Нобик. Нет, так, я вас не вижу. Нашел путь. Идите по факелам, я везде факелы поставил. По факелам идите куда-нибудь. Во, все. А, он леска уже нашлась, стороны. Нубик, а ты где? Он куда-то ушел вправо, короче, сейчас он... Окей, встречаемся тогда возле Хаги-Ваги в таком случае, Нубик, Нубик, пошли. Ты здесь? Мы вместе с леской идем, ты давай нас догоняй, короче. Ты где? Здесь точно, да, уже нет, не будем задерживаться. Я сейчас иду. Давай, поняли, приходи. Поняли. Так, что леска? Ну ладно, я говорю, во второй шахте не будем искать, мы там просто быстро ушли. Там она вообще маленькая была, эта шахта какая-то, легче было реально вот эту пойти и все. Я вижу вас, вы там далеке. Так, ну что там, я тебя не вижу, я что-то не понимаю. А вон, Нубик, вдалеке. Так, ну что, погнали? Давай. Так, смотрите, что можно купить. Крутую тачку можно взять. Алмазное яблоко 32 стоит. Одно алмазное яблоко стоит больше, чем ламба. Что? Так, я беру ее, беру топливо тогда. Беру маску, наверное, Челопука. Вот, и... Я не знаю, я могу еще вертолет взять, короче. Но я вертолет уже не буду брать, наверное. Все, мне, в принципе, и столько хватит. Так, масочка сюда, так, ламба сюда, так, надо ее еще зарядить, масочка вернее, сюда, заправить. Ламба сюда. Так, о, в смысле, ты тоже ламбу, что ли, берешь? А, ты Бугатти взял, в смысле, Нубик? А заряди ну мне ты вообще, Бугатти. Конечно. А вот нет, давай так, сам, сейчас, в смысле. О, Леска, помоги мне. Чего? Капец, что ты не можешь сейчас заправить машину, что ли, сам? Ну ты что? Нубик, ну ты вообще, конечно, я не знаю. Давай заряжу, короче. На в смысле зарядить? Она у тебя, электрическая, что ли? Так, леска, я тебе могу дать еще, смотри. Она на. Электрическая, ой, спасибо. Зачем? Вообще-то так, нет, она секунду. Как бы бензиновая. Ой, я хочу она такую бензиновая. Маску, сейчас, секунду. Так, опа, все, печеньку, что ли, берешь? Да, как ты угадал? Так, пойдемте, садитесь скорее. Давайте, давай, леска, давай. Ты купила машину какую-нибудь? О, тоже желтую купила. Ты топливо взяла? Топливо взяла, так, сейчас. Все, отлично. Все, круто. Так, давайте все вместе в линию встанем вот так вот, чтобы все бы... Так, все, леска, Нубик, стойте, я сейчас подъеду к вам, стойте. Сейчас я буду. Так, хочу красиво встать. Так, опачки, давайте вот так стоим, сейчас, короче. Ребят, погодите, о, папа. Все, стоим, 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 не двигаемся. Так, я красиво получилось. Я заправляю тачку. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. Мы попали вот в такую крутейшую деревню Хаги-Ваги в Майнкрафте. И смотрите, какие крутые штуки мы себе здесь приобрели сегодня. Ну а на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.